Ключевой показатель качества жизни населения – это ожидаемая продолжительность жизни. Это 5 предыдущих лет напряженной работы, которые позволили нам увеличить продолжительность жизни на 2 года и 7 месяцев. Мы не только стали жить дольше, но и активнее. В прошлом году во всех муниципалитетах были созданы клубы активного долголетия, где старшее поколение участвует в программе серебряного волонтерства, обучается компьютерной грамотности, занимается спортом, тем самым продлевая себе полноценную жизнь. Второй год уже у нас по республике шагает проект «Активное долголетие», который очень много сделал для людей старшего поколения. Именно в части активности их. Во-первых, появились новые кружки, очень много спортивных мероприятий. Значит, школа здоровья, школа правосудия. Знаете, как-то вот воодушевились наши ветераны на более такую жизнь активную.